Сегодня мы находимся в станице Таманя. Для чего мы приехали? На праздник виноградной лозы. Это традиционный фестиваль, который проходит на берегу Таманского залива. Сегодня в станицу Тамань приехало огромное количество гостей из Краснодарского края, из Крыма и из других регионов России. Сегодня посмотрим, пройдемся. Надеюсь, что у нас получится передать атмосферу этого фестиваля, мероприятия. И что вам тоже понравится, если вы не смогли сегодня побывать, вы хотя бы посмотрите сюжет и поднимите настроение. В станицу Тамань приехало очень много народу, и, как вы видите, все близлежащие улицы, они заставлены автомобилями разных регионов. И это не только рядом со сквером, и на площади, везде-везде. Надо знать, куда ставить им автомобиль. Ну, пойдемте смотреть. Традиционно начнем мы со сквера имени Лермонтова. В этом году здесь, в Тамане, было открытие и набережной новой, и обновленного сквера. Если вы здесь еще не были, то, честно, я вам завидую. Есть на что поглядеть. Маршрут у нас сегодня такой. Мы идем через сквер, доходим до набережной Ушакова, смотрим все тематические мероприятия, все ларечки, кто чем занимается, какие фирмы приехали к нам сегодня, чтобы удивить нас, да, и подойдем, конечно же, к Таманскому заливу. Сегодня здесь мероприятия будут с утра до самого вечера. Давайте сейчас подойдем, посмотрим, сколько же у нас сегодня в Тамань приехало гостей на фестиваль. Вот так вот широко празднуют фестиваль виноградарства, виноделия «Таманская лоза». Сегодня на площади будут разные винные компании. Каждому из вот таких вот павильончиков нужно подходить и смотреть, какие мероприятия они подготовили, что вообще можно купить, какую продукцию. Будет шумно, громко и весело. Тут, по-моему, у нас даже дегустации какие-то. Да, цитрон. А шардоне? А какой? Нет, а подожди, шардоне? Здесь же предлагают приобрести виноград. А вот... Полусладкие, смотрите, я прихожу шардоне, бактовое пиво, слушай, у тебя красный. Семейная винодельная Литовщуков. Даже не знаю, где это находится, если честно. А, написано «Россия, Кубань, Анапа». Фермерское вино сделано в винной деревне. Сегодня здесь даже устричное меню. Устрицы черноморской, мидии, салаты с креветками, лимонады и прочее. В таких чанах готовят блюда, если вы заказываете. Это инсталляция, чтобы люди знали, что они у нас в принципе есть. Сказали, что все подходят, смотрят на устрицы, но никто что-то не заказывает, потому что весьма специфическое блюдо. Здесь уже у нас из мяса всякие блюда. Люди подходят охотно. Это окончательная цена, да? Жарят. А если на гриле сразу, то сколько она? 25. На гриле. Кипаль, рыба керч. В масле кипаль из таврида. Кипаль с томатом и из таврида в масле. Сладкая вата для детей. Всякие молочные коктейли.
и мороженое. Люди, которые сегодня сюда приезжают, они не только гуляют на фестивале, но и окунаются в море, потому что в такую жару, что хочется охладиться, конечно же. И вдалеке даже какой-то катер, возможно, какие-нибудь водные экскурсии проводят. А так я знаю, что есть экскурсии от пристани. Пристань находится там, мы еще до туда сегодня дойдем. Как тебе? Да хорошо. Погода такая сегодня хорошая, прям так прям ветерок, прохладно. Люди такие счастливые, довольные прям. Ну, приятно, конечно. Ну да, таких фестивалей, я считаю, должно быть больше. И не только там в Анапе, Сочи, да, даже в таких маленьких местах, станичках. Ну, потому что здесь виноградный край, и странно, если бы такого фестиваля здесь не было. Все-таки Тамань – это винный край. Винная житница России. А вот здесь дети могут порисовать. Здесь у нас есть карта мероприятия, где что располагается. Но основная часть, как вы видите, всех мероприятий, она именно на набережной Ушакова. Шоу на воде в 9, салют 9:30. Главный винзавод Тамани – это, конечно же, шато Тамань. И здесь у них огромный павильон. Очень много здесь фотозон, все фотографируются. Каждый винзавод подготовил какую-то определенную тематическую зону. Но смелее, смелее, не стесняйтесь, громче! Тем более, что прямо сейчас на территории нашего фестиваля начинают свое шествие ритмичные динамичные команда барабанщиков «Пупы». Ваши овации. Друзья, громче, громче. Вы слышите этот пит? Ну тогда погнали! Шоу барабанщиков «Пупы». Можно «Пупы». Обычно, что столько отдыхающих сегодня. Обычно же у нас столько никогда не бывает. Потому что не все знают Тамань, может быть, не все ее любят, потому что здесь не так шумно, не так весело, как там в Анапе, в Сочи. Но сегодня Тамань – место притяжения тысяч туристов. Я даже скажу, что для меня сегодня большое открытие, что у нас, оказывается, в Тамани устриц выращивают. Вы представляете? Таманская устрица. Крота. 250 рублей устрица. Это чисто устрица. Хранятся они, видите, в аквариумах и ждут своего часа. Давай. Пошли на стол. Пошли на стол белый. По барабану. Прикольно такое, когда вчера замуж выходишь, а сегодня спрашиваешь, сколько стоит. Какая разница, это же день замуж. Что, обалдеешь? Шоу барабанов у нас идет сейчас.
сразу телефоны достали, потому что они действительно такой ритм отбивают, что очень весело, хочется тоже потанцовывать. Площадка винзавода «Долина». Вроде бы он находится в Вышестеблиевской. Здесь, как всегда, очень много людей, потому что что? Дегустация. Ребят, отойдите, пожалуйста. У меня ржут постоянно здесь интернет, потому что мы не можем отойти от вас. Вы нам очень... А шардоне какой у вас? Тавинка, Таманская винная компания. Нам должны поднести. Ожидаем. Продолжаем изучать бутики. Здесь у нас на очереди Фанагория, которая находится в Сенно. Можно приобрести вина разные. Люди огорчены, что здесь ничего не разливают. Сухов. Винодельня Сухов. Да, это Каберне Совиньон. Бутылка 1000, да? Вот Суперави 1000, Каберне Совиньон 750 и розовый 720. Ну, это уже сырая варня. Вот они сыры-то. Да? Те же самые по-спорски, которые мы купили в... Запорожской, да. Ну да, мы их любим. Вкусные. Кто еще не был в сыроварне в Запорожской, просто рекомендую закупиться сырами, просто приехать, попробовать даже. Есть там еще кафе открылось, можно пиццу попробовать. Классное место на берегу Винского залива. Гонки брендов. Направляемся к месту, где люди охлаждаются, вернее, дети охлаждаются, к фонтанам. Оказывается, не только дети, но и взрослые не прочь охладиться летним днем, знойным. Лайк. Рестобар «Якорь». Очень много точек, куда можно зайти что-то купить. Не только там рыбное, да, морское, но и просто вкусненькое. Вот и все, вкусненькое. Разве Тамань похожа на ту, которая она была раньше? Вообще нет. А вот и сцена, где будут проходить основные мероприятия. Огромный амфитеатр. Здесь сегодня супер зажигательная музыка. Я, знаете, еле удерживаюсь, чтобы не пуститься в пляс. Тамань, 3 моря, 5 языков, 25 веков. Вот она, пристань.
откуда начинаются морские прогулки и к Крымскому мосту, и просто в акватории залива. Здесь же еще какие-то заведения, лаунж-зоны, кафе. Ну и где-то Мань-Глухомань. Нет, здесь весело. Есть на что посмотреть, есть куда сходить и провести круто свой отпуск. Я думаю, что все будут довольны после посещения такого мероприятия. Тамара Скалоза всех заведет сегодня. Все будут счастливыми. Мне просто нравится еще музыка какая. В ближайшее время мы предлагаем каждому из вас занять все места в зоне амфитеатра, то есть рассесться на этих уютных ступенечках, потому что в 16:30 стартует концерт, который мы все так долго ждали. Лучшие коллективы Краснодарского края сюда приехали, чтобы удивить отдыхающих и местных жителей. Я вот сейчас прошлась по всем этим площадкам, и мне очень понравилось, и знаете, какая-то даже такая гордость за Тамань, что здесь проходят такие мероприятия, что столько гостей. Я думаю, что эта хорошая традиция будет продолжаться из года в год. Посещайте мероприятия такие, не пожалеете. Такой, знаете, заряд энергии я какой-то сегодня получила. Музыка такая подобрана, хорошо, я прям танцую. Так что вот такая вот Тамань. Такой вот винный фестиваль. Друзья, большое вам спасибо, что вы были с нами. Пишите комментарии, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Пока-пока. Пока.